Всем привет! Вспомнила я под конец лета, что у меня есть вот такая замечательная майка Levi's, абсолютно новая, надеваю второй раз, но вот как-то сегодня вдруг меня осенило. Ой, у меня же есть такая прекрасная маечка. И вот чем хороша провинция? Может быть, это и не провинция, может быть, можно так одеться и в любом месте нашей планеты. Вот, абсолютно не глядя на какие-то направления, модные тенденции, то, что удобно, то, что мне подходит, на мой взгляд, то, что я сама люблю носить. Вот, я надела вот эту майку. Я надела обычные удобные для меня джинсы. Я надела босоножки, которые, может быть, тоже кто-то скажет сюда никак ничего, но мне нравится. И это главное, главное, что нравится тому, кто носит все это. На мне вот такие сережки кубачинские ручной работы. Тоже захотела и надела прямо с утра, прямо вот с этой майкой. Надела вот такое кольцо ручной работы в сочетании белого и красного золота. На другой руке у меня тоже кольцо. Все это сочетается у меня с майкой в спортивном стиле, с турецкими джинсами, легкими и удобными. Они прямо вот такие вот хорошенькие, эти джинсы. Ну, сам себя не похвалишь. Мало кто похвалит, конечно. И куда я собралась? Ну вот, я пойду сейчас схожу по магазинам, схожу к маме в гости. Вот. Лето у нас продолжается, лето в разгаре. И я желаю всем побольше оптимизма, не заморачиваться по мелочам, по поводу каких-то вот ненужных себе создаваемых проблем, не то надела, не то поставила в уши. Надо проще ко всему к этому относиться, любить себя, и тогда полюбят тебя и окружающие. Всем пока!